Во Владикавказе открылся Центр общественного наблюдения за предстоящими выборами. Его презентовали на заседании общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием. Так называемую видеостену запустили в тестовом формате. Она будет работать 17, 18 и 19 сентября в круглосуточном режиме. На ней представлены все избирательные участки республики, 335 участковых и 10 территориальных комиссий. Все объекты маркированы для того, чтобы наблюдатели проще могли опознавать действия комиссии. Центр общественного наблюдения – зона, свободная от коронавируса. Здесь приняты все необходимые меры эпидбезопасности. Такая масштабная система видеонаблюдения используется на выборах впервые. Доступ к видеонаблюдению в Центре общественного наблюдения имеют члены общественной палаты, члены регионального общественного штаба, представители уполномоченного по правам человека, все заинтересованные граждане, соблюдая определенные условия. Условия эти опубликованы на сайте общественной палаты. Главная задача, которую мы должны выполнить, это обеспечить легитимность избирательной кампании и непрерывность процесса наблюдения за избирательным процессом, за избирательной кампании. Та армия наблюдателей, которая подготовлена и которая будет присутствовать на всех избирательных участках, прошла обучение. Цифра наблюдателей, она перевалила за 4000 человек. Соответственно, беспрерывная видеотрансляция, беспрерывное наблюдение за ходом голосования позволит нам говорить о том, как проходила кампания и какие условия были созданы для безопасного голосования и для свободного волеизъявления граждан.